С волками жить. Ну раз мы здесь, давай подадим заявление. Ну что тебе надо? Правда? Так ты еще не развелся. Ну я обязательно разведусь. У меня свадьба. Правда, Маш, ты не думай о чем. Это наш шанс, слышишь? После всего того, что на нас навалят. Так это тебе не нравится, по-моему. Я перезвоню 10 раз, и она же сейчас лучше. Алиш, сыну, пожалуйста, дай поговорить. Кто тебя отследил, он? Петя! Петя! Здравствуйте, а что случилось? Берет на себя, а я предупреждал. Чем ты страдал? Братик открываем. Так. Если что, я буду и вас рада видеть. Раз, два, три, два, три, раз, это все. Показывают окошки между пациентами. Ну все серьезно. Ух, где такая скорая помощь? Давай лечиться. Ну давай уже лечиться. Ты здоров?
который диван нам дает. Мишка, мы идем к тебе лекарство. Сейчас меня полечит. Эй, куда вы? А лечиться? Ну вот, все больные разбежались. А ты лечись побольше медом. Ням-ням.